Всем привет, я Максим Мухин. Я Константин Кучаев. Я Марина Федорова. Я Ян Шейна. А сова ты вроде нет? Как ваша команда будет называться? В порядке. Совушки вы? У нас маска за совы, можно сказать. Где мяч там? Ну, да возьми мяч, начальник. О, боже. Он всегда этим занимался. Колено было? Какое колено? Колено было 4. Задел. Да нет. Ты видишь, 3 раза чеканишь, что ли? Ой, сколько было? 7. Прокатилось вот здесь. Я ничего не вижу. 4. 3. Не, ну ногой. Головой еще, наверное. Щель есть вот это вот там? Есть 10. Щель, да? 3 было. Видел, да? Щель была. Щель 3 же было. Есть? Видишь? Не было. Ян, давай там больше. Да ладно. Да. Вижу. У тебя сейчас нос вообще здоровый там есть. Видно, да? Ну, все равно тяжело так. Подписать тебе? 3. Попробуй. Ну, не дай им мяч. Честно, я честно, вот все, я вот сделал. Вот мяч. Не, я реально честно, вот я вообще ничего не вижу. Ну ты точно серьезно не видел, да? Мне даже, если честно, снизу вот прям 4 набило. Чуть-чуть совсем видно. Не видел. Ты же, наверное, все? Подаешь, не наверное? Видел. Да не видела я. Не видел. Раз, два. А все, знаешь, как сделаю, слышишь? Это вообще звезда. Набиваешь и назад отходи. Не, серьезно. Нормально, попробуй. Главное 2 набить. Назад голову делай чуть-чуть. Вот. Чуть-чуть назад голову. Сейчас. Смотреть вверх или? Назад чуть-чуть. Да, назад чуть-чуть. Да. Чеканить надо его. Знаешь как? Надо вот так накинуть. И понял? У тебя хорошо получилось там. Ну я попробовал. Я читала, все, хватит. Ну попробовал. Зачем вы так? Дать от. 4. 3-4 точно было. 34 либо 3, либо 4. Надо замедленнее смотреть. Да. Что сейчас было? Давай, Марин. Сколько у тебя рекорд? И 8 или 9? 1. 8 с закрытыми глазами? До этого 12 делала вроде. Серьезно? Я с закрытыми глазами только сплю. Хорошо, что здесь видно. Давай, Марин. У нас там пазики, я вообще закрытый. Уверенность-то видна, как бы. Ладно. Давай. Не, хорошо было. На-на-на. Продолжай. Как ты делал вот это? Не, подожди, он просто вот так себе... Повыше еще, повыше еще кидал. Да нет, повыше давай, еще. Делай, лучше. Как ты хочешь. Да, тебе... Подкидывай прямо высоко и ну, все, как и лови. Я не могу на макушке надо набивать, как мне. Попробуй вот так тоже, не, как он положил. Просто на голову ставил, и он сам стучит, и все. Давай. Раз, три. Просто поставь. Как? У него там выиграла. А я там выиграла. Ногой. Да, я попробую. Чего? Что за дела-то? Как? Замедленно, посмотрите, там коленом он четвертую коснулся. Куча завелся, как говорится. Он четвертую ногой коснулся 100%. Не, подожди. А, благо, это закончится. Да, это очень сложно. Ты должен, куча. Все, бей. Какой? Наверное. Право. Че? Гол! Забил? Да! Не, тут подсказывать надо ей. А почему он мяч держит? А как? Я его закрытым больше не пробью никак. Ну, в центр! Что там случилось сзади? Я вообще не успел вообще никуда. Там пенальти, по-моему, был за воротами. Все, да? Давай сейчас еще раз попробую. Ау! А что, вратарь-то есть? Нет. Есть вратарь? Ну, если честно, закрытый. Все, я буду смотреть. Куда? Вратаря поставьте. Давай. Лево-право! Лево-право! Я уже закрытый. Пойдешь бить или пойдешь это? Пойдешь. Давай ударишь. Сейчас спокойно я? Вообще. Я? Готов? Короче. Все, да. Я бью. Да говори прям мне, реакция хорошая у меня как бы. Лево. Хорош! Лево? Погромче говори. А что, пробили уже? Нет. Сейчас первый. Честно, страшно. А вроде послабже надо бить. А, да? Да. Короче. Да я, ну, ты поздно говоришь. Я сам угад сказал, говорю, правый. Он ему в другую сторону говорит. А он думал,
Подожди, здесь надо отбивать, да, мне? Нет, можешь просто стоять. Сейчас в какой будешь бить? Левый. Какой получится? Левый. Ну, у тебя почти получилось. А этот сломал, по-моему. Датчик ваш этот. Так вот взять, ага, сделать так. Последний, нет? Так. Окей. И... О, у тебя прям рядом. Хорошо было прям. Ну, там где отскочил, да? Блин. Не, я знал, что у меня получится. Так ты хорошо пробил. Не слушай. Так, у меня здесь получается. Не открываем, где было или нет. Все. Вау! Забил! А что, вылетел, да? Да, он высветился сюда. Сетку-то зашей, тебе не поверят. Ой-ой-ой. Было? Гол, да. Выкатился. Надо такое. Как ты? Янечка, я бы в очка... без очков не попала. Я бы тоже. Хорошо, что я мяч вижу? Ай, хорош! Хорош! Спасибо. Можно с ним подогнать? Ассистик есть, ассистик. Давай третий. Дивей, скажи пару слов туда-сюда. Блин. Ты же в микрофон там говоришь, ты же моё. И... Хорош! Хороший! Не успел, Тима? От него просто отскочил, давай. Там. Со скоростью есть вопрос. Двигайся, не двигайся, ты вообще без шансов, наверное. Как бы. Нам надо два. Один! Два надеть. Хотя бы. Что-то неинтересная игра у вас. Так, короче, я эти мячи выкидываю отсюда. Может, слева попробую. Было. Поехали. Еще один надо. Сейчас и третий. Я уже забыл просто. Хорош, Куч! Ну, было бы прикольно, если бы... Сейчас бы наигрался. Прикольно, если бы сломался, если бы чёрт наиграть. Давай, давай. Ни одного не поесть. По центру бить надо. Ни одного. По центру надо. Кто там сзади стоит? Давай, можно. Куда? Янчик лучше. Янчик, хорош. Вообще-то записывай. А-а-а, браво! Ох ты, блин! Ручки трясутся. Марина, вообще попросили не ругаться. Все. Я не ругаюсь. Ну все, тогда. У меня и будут там вообще. Видит, мне кажется. Так нельзя. В каком смысле? А, руками! Нормально, руками! У меня что, на руках? Помогла, помогла себе в конце. А в руки мяч поймал. Смотри вверх. Сейчас ужин уже, как полчаса. Ловить. Лучше. 4-3, ты говоришь? 3-3. 3-3 сейчас. И у меня, если я забиваю, то мы выиграли. 4-3. У меня нервы. Минус балл сейчас. Погоди. Да. Мапа! Янчик, прости. Ничего, ничего. Нормально. Засчитаем, ладно. Он же так высоко летит. Сегодня, к сожалению, для нас скучаем ничья. Спасибо девчонкам за игру. Что, может, разыграем футболку? Давай, давай. И маску. Да и вот эту тогда тоже. Ну и мяч можем. Чё? Ну да. Бутс снимать тоже. Всем спасибо за внимание. Разыгрываем футболку. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой инстаграм. Ну я. Тогда про мой инстаграм тоже скажи. Давай и мой. Все, правильно?